Дорогие друзья, 4 декабря наша с вами церковь совершает праздник, Богородичный праздник, то есть честь Божией Матери, и он называется так – «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Мы вспоминаем, как Божия Матерь еще младенцем в трехлетнем возрасте была приведена во храм и отдана в храм для воспитания. И вот это храмовое пространство, эта божественная благодать изменила эту девочку, и из нее вырос не просто замечательный цветок, а это целое древо, которое принесло такие плоды, которыми и по сей день питается весь мир человеческий. И вот этот праздник говорит нам о величии храма в нашей жизни, о том, что можно измениться, когда ты находишься в этой атмосфере. Эта атмосфера храмовая, она является таким веществом, которое подзаряжает, как вот энергия подзаряжает аккумуляторы, так вот это пространство храмовое является энергией Духа Святаго, благодатью Божией, как мы называем, способна заряжать наши сердца. Благодать Божия – это позитив, это радость, это счастье, это мир, это долготерпение, кротость, милосердие. Видите, я только часть сказал добродетелей, которые хранятся и передаются людям, которые приходят в это место. И поэтому-то сегодня я хочу акцентировать особое внимание на детях, которых мы приносим в храм Божий. Сколько много у нас детей причащаются христовых тайн. То есть постепенно с младенчества их души и их тела укрепляются вот этим великим лекарственным препаратом тела и крови самого Господа. Вот это позитивный пример, как из маленького простого человечка выросла такая дева, которая помогала, помогает и будет помогать не тысячам, а миллионам людей. При всех их проблемах разных, при болезни, при здоровье, при бедах, при напастях, при обидах, всегда будет помогать и помогает. Самое главное, чтобы мы открыли свое сердце для входа этой благодати, чтобы мы попросили, как для нищего, чтобы он получил помощь. Ему нужно не просто протянуть руку, а еще и озвучить свою проблему. Так же и для ребенка, так же каждый христианин должен с верой, с любовью, с глубоким смирением обращаться к Пресвятой Богородице, ходить как можно чаще в храм Божий и получать эту живительную влагу. Спаси всех вас, Господь, с праздником!